Всем привет! Не так давно я заказывал по маршруту лапай. Привет! Съемку ведет, кстати, моя жена Наташа. Да, Наташа, поздоровайся. Она не хочет, она стесняется. Ладно, не суть. Сегодня 13 ноября, и почти ровно месяц прошел с того момента, когда... Все, иди, ты линяешь. Все, иди. Когда мои гусеницы бражника начали окукливаться. Да, я заказывал гусениц зеленых. Они у меня окуклились, потом я их поместил в камеру, и, собственно, я сегодня снимаю. Первая бабочка бражника вылезла на свет. Сейчас я попытаюсь открыть контейнер. Надеюсь, она не полетит. Первое знакомство, да. Предстоит определить, с какой куколки она вылезла. В принципе, я уже вижу. И уже вижу, что одна куколка испортилась как будто бы. Вот. Но это ладно, это я потом сам определять буду. Сейчас мы... Вот так она выглядит в контейнере. Да, мы сейчас попробуем достать. Возможно, ее плохо видно. Да, первый раз возьмем на руки. Наташа сказала, что она страшная. Так. Так, нет, я ее брать не буду. Куда мне ее обратно сажать, что ли? Пусть она пока здесь сидит. Ну, в принципе, так. Это вот аквариум. Здесь она будет обитать и другие бабочки. Чтобы крылья она не ломала об аквариум, я заранее высаживал пшеницу. Как бы чуть-чуть будет компенсировать такую природную среду и обитание. Да. И к тому же гусеница на яйца отложит, и гусеницы сразу будут питаться, так сказать, натурпродуктом. Вот так это выглядит. Так, это крышка у нас. Ставим. И, собственно, сейчас будет первый контакт с самой бабочкой. Вот так она еще раз выглядит. Ну, достаточно, я бы не сказал, что она просто серая. А так достаточно красивая. Так. Как мне ее взять, чтобы она не улетела? Вот первый раз вообще я это делаю. Да. Да, идем на ручку. Хорошая моя. Вот так она выглядит. В теории она сразу не полетит, она должна прогреть крылья, быстренько помахать, а потом она полетит. Да, все, мы ее сажаем в бабочка карий. Да, нам не надо взлетать здесь по квартире летать. Давай, пересаживайся на травку. Все. Там она у нас сидит, прогревает крылья. Мы сейчас закроем сверху еще крышкой. И, наверное, сейчас с Наташей мы пойдем на улицу и порвем ветки какие-то, поставим на задний фон, чтобы она по ним ползала. Вот. Ну, смотри, она достаточно красивая, желтенький у нее, желтый живот. Очень быстрые метаморфозы протекают. Буквально порядка 50 дней, и от яйца до бабочки, вот, метаморфоз. Жизнь у них примерно 30-50 дней. Так, вот оставшиеся гусеницы, гусеницы-куколки. Так, ну все, продолжаем съемку. Между видео прошло минут 20-30. Мы сходили за ветками, поместили их в аквариум. Наташа поближе, оператор работает, за что я деньги плачу. Поместили их в аквариум. Насколько это верно, я не знаю. Если что-то не так, в комменты просто советуем, и все, это мой первый опыт. Бабочка висит, она ночная, сейчас, видимо, она как-то восстанавливается после нахождения в коконе или еще что-либо, о чем она там думает. Что, в общем, вот так вот выглядит у нас. По полу это самка. Будем ждать следующих. После будем кормить. Ее нужно кормить раствором теплой воды и меда. Первые сутки она просто находится на каких-то своих
запасах. На вторые сутки нужно подкармливать ее. Вот. Срок жизни до 2 недель. Как только начнется какой-то процесс интересный, я буду снимать. Ну, на сегодня все. Пока!